Всем привет! С вами Серый Волк, Ярославское стрелковое общество. На нашей площадке все еще идет снег, о прицельной стрельбе речи нет, поэтому решили проверить оставшиеся у нас патроны, на этот раз малоимпульсные, 223 и 5,45. Посмотрим, что покажут. Ну, то же самое. 913. 917, 909, 223, 844. Это понятно. Сколько? 900. Это хороший патрон, который? А? Это который хороший патрон? Это 15, да, пятерочек. Вот я здесь стоял. 5,45 с пулей холопоинта 223-го. Так, под огнем. Ланкастер 9653 FMJ. Чуть может подальше? Не, нормально, главное, чтобы было вот дальше, конечно. 771. Класс. Так, так. Вот она здесь таки. 366 ТКМ. FMJ. Так, пониже, да. Пониже. Так? Вот над дырками. Чуть пониже, да, вверх уйдет. На перекашивай. Так, да. 572. Давай. Плохо. Попробуем еще, да? Давай. 410. Кажется. Так нормально? Нет, смотри, чтобы вверх не ушло, чуть пониже. Да, вот. Смотри, корректируй. У нас датчик. 399. Почти? Почти. Зима. Как вы видите, снег все продолжается, но тем не менее мы отстрелять несколько типов малоимпульсных патронов. Выводы делайте сами. На этом всем спасибо за внимание. Всем пока. Смотрите мои видео, оценивайте, подписывайтесь, кто не подписался. До новых встреч!